надо. Не двигайся. Так-то лучше. Я научу вас. Хорошо, теперь все в порядке. В следующий раз не рискуйте. Хорошая лошадь знает природу человека. Если боитесь ее, она станет донимать вас. Но если вы настойчивы, лошадь испугается вас. Это способ обращения с лошадью. В этом мире подобное относится к большинству вещей. Что вы здесь делаете? Если бы не я, вы могли серьезно пострадать. Довольно смело с вашей стороны. У вас нет навыка верховой езды, но есть мужество ездить верхом одной. Я не смелая. Я не должна быть так близка с противоположным полом. Вы были слишком близко. Этого я испугалась, а не лошади. Вы крепко схватили меня за руку. Это вы были слишком близко ко мне. Кроме того, что если я сблизился с вами, потому что давно восхищаюсь вами. Тем не менее, вы не заинтересованы во мне. Восхищайтесь мной. Генерал Лин, на днях я сказала глупость. Не принимайте близко к сердцу. Кроме того, разве не вы сказали моему отцу, что я похожа на чиновников из Министерства наказания? Я не права? Госпожа Чен подслушала военную тайну. Если вы попадете в Верховную судебную палату, то как преступница, а не судья. Я не подслушивала, генерал Лин. Возможно, я вас чем-то обидела, но не несите чушь. Да. Я была под мостом, но я ничего не слышала. Разве? Да. Лин, Буи, я совсем ничего не слышала. Я правда ничего не слышала под мостом.